Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Я предлагаю свои поклоны всепронизывающему Господу Васудеве. Шримад Бхагаватам, песнь 5, глава 20, устройство Вселенной, текст 7, текст 6 и последующий, извиняюсь. Санскрит прочитаю сам, 6 текста. Плакшадишу панчасу пурушанам айюриндриям оджаксаха балам будхир викрама итича сарвешам аут Паттики Сидхир Авиршена Вартате Плакша Адишу. На Плакше и других островах Панчасу. На пяти Пурушанам, жителей Аюху. Большая продолжительность жизни. Индриям. Сила чувств. Оджаха. Крепость тела. Сахаха. Сила ума. Балам. Физическая сила. Будхи. Разум. Викрамаха. Доблесть, идти, так, ча, также, сарвешам, всех, аутпатики, врожденное, сидхи, совершенство, авишешена, безразлично, вартате, существует. Литературный перевод 6 последующих текстов и комментарий Его Божественной милости Ачче Бхактивиданта с вами Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада ки. О царь! Обитатели Плакшадвипы и следующих за ней островов живут очень долго и обладают хорошо развитыми органами чувств. Всех их природа щедро наделила физической силой, выносливостью, храбростью, силой духа и разумом. Седьмой текст. Плакшадвипу окружают равный ей по ширине океан сока сахарного тростника. Этот океан окружен другим островом, Шалмали-двипой, который вдвое шире Плакшадвипы. Его ширина 400 тысяч йоджан, или 5 миллионов 200 тысяч километров. А вокруг Шалмали-двипы раскинулся равный ей по ширине океан хмельного напитка, называемый Сурасагара. Восьмой. Текст. На Шалмали-двипе растет дерево Шалмали, от которого произошло название острова.
Это дерево по толщине и высоте такое же, как и дерево плакша. Его толщина 100 йоджан, а высота 1100 йоджан. Следующие люди говорят, что на этом гигантском дереве обитает царь птиц Гаруда, который носит на себе Господа Вишну. Сидя на этом дереве, Гаруда возносит Господу молитвы, состоящие из ветических гимнов. 9 текст. Правитель Шалмалидвипы Ягьябаху, сын Махараджи Прияврати, разделил остров на 7 областей и дал их во владение своим 7 сыновьям – Сурачани, Сауманаси, Раманаки, Дева-Варши, Парибхадри, Апьяяне и Авигьяти. Эти 7 областей были названы каждая в честь своего правителя. Следующий текст. В тех 7 землях возвышаются 7 гор – Свараса, Шаташвинга, Вамадева, Кунда, Мукунда, Пушпаварша и Сахасрашрути. И текут 7 рек – Анумати, Синимвали, Сарасвати, Куху, Раджани, Нанда и Рака. Эти горы и реки существуют и поныне. Следующий текст. Жители этих областей – Шутадхары, Вирядхары, Васундхары и Ишандхары – неукоснительно выполняют предписания Варнашамадхармы и поклоняются Верховной Личности Бога в образе Сомы, Бога Луны. 12 текст. Поклоняясь Богу Луны, обитатели Шалмалидвипы произносят следующую молитву. Своими лучами Бог Луны разделил календарный месяц на 2 половины – Шуклу и Кришну, во время которых люди приносят жертву зерно полубогам и питам. Бог Луны устанавливает отчет времени и властвует над всей Вселенной, поэтому мы в глубоком почтении склоняемся перед Ним и молим Его всегда править нами и оказывать нам покровительство. 13. Вокруг океана хмельного напитка расположен следующий остров Кушадвипа, который шириной 800 тысяч йоджан или 10 миллионов 400 тысяч километров вдвое превосходит этот океан. Так же, как и Шалмалидвипу, Кушадвипу окружает равный ей по ширине океан, океан топленого масла. Кушадвипа покрыта зарослями травы Куша, от которой и произошло название острова. Эта трава, сотворенная полубогами по воле Верховного Господа, напоминает языки пламени, которые, однако, не обжигают, а наоборот – создают приятную прохладу. Молодые побеги травы Куша своим сиянием озаряют все стороны горизонта. Комментарий. На основании этого описания можно построить гипотезу о природе огня на Луне. На Луне, так же как и на Солнце, должна преобладать огненная стихия, потому что без огня не может быть света. Но лунный огонь, в отличие от солнечного, не обжигает. Напротив, от него веет приятной прохладой. Таково наше мнение. Современная теория, согласно которой Луна покрыта пылью, не находит подтверждения в Шримад-Бхагаватам. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в комментарии к этому стиху пишет: Сушашпани суккомала шикша шикхас тешам рочиша. Трава Куша своим сиянием освещает все вокруг. Она подобна языкам пламени, которое не жжет, а наоборот приятно охлаждает. Эти слова дают нам некоторое представление о природе огня на Луне. Конец комментария.
Гьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурн Милитам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Мано Биштам Стапитам Йена Бутали Своям Рупа Кадама Хьям Дадачи Сва Падантикам Вандехам Шри Гуру Шри Юта Падакамалам Шри Гурун Майшнавам Шча Шри Рупам Саграджитам Сахагана Рагунатхам Битам Там Садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Панан Сахагана Лалита Шри Вишакхан Витам Шча Хе Кришна, Каруна, Синду, Дина, Бангу, Джагат, Пате, Гопиша, Гопика, Канта, Рада, Канта, Намоступте, Тапта, Канчана, Гауранги, Раде, Вринда, Ванешвари, Вриша, Бхану, Сута, Деви, Пранамами, Харипри, Ванча, Капата, Рубехча, Крипа, Синду, Бьей, Вача, Пачитанам, Паванапио, Вайшнавебио, Намо, Нама, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васахи Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе 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 Кришна, 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе Пангумланд Гайтеша нам камавартай чурти мет крипата махамбанды Кришна чайтанейшам Яся прасада таги пица дякса гарвагья там бражеца ши читани дейвам и богам сам проситату Нама умишна падая Кришна Кришна Будалиши Мати Бхактивиданта с вами нити на мине Намасте Сарасваты Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньяваде Паштетяды Штарине Мы читаем тут тексты, которые описывают устройство Вселенной. И мы, читая, если внимательно так чувства погружать, сознание погружать в эти тексты, можно очутиться в другом мире. И очень интересное ощущение возникает, да, особенно от соприкосновения с таким огнем, который не обжигает, а охлаждает. И вообще, да, вот просто увидеть то, что описано в Бхагаватам. Священные писания описывают устройство Вселенной, материальное. Также Священные писания описывают трансцендентный мир, духовный мир, который невозможно увидеть материальными глазами, материальными чувствами, невозможно почувствовать. И Священные Писания не предназначены для того, чтобы мы смогли в них погрузить свои чувства, таким образом очистить их и соприкоснуться с реальностью, с реальным миром. И здесь описываются острова, которые удивляют своим изобилием тростникового сока или изобилием мечты Пуджари, океан топленого масла. Представляете? Уже не нужно думать, где же брать это масло, топить его. Можно чистым ги поклоняться, делать большие фитили Господу, да, поклоняться такому, совершать яги можно. Мечта для жрецов. Готовить можно. Мечта поваров также. Все блюда, наконец-то, можно только на ги делать. Даже покоры, самосы жарить на ги. Хлеб делать на ги. И это природа духовного мира. Духовный мир, он исполнен изобилия.
Там все расцветает, цветет и пахнет. Что ни шаг, то танец, что ни слово, то песня. В отличие от материального мира. В материальном мире все увядает. И здесь в первом тексте, который мы прочитали, говорилось о том, что всех их жителей Плакшадвипы природа щедро наделила физической силой, выносливостью, храбростью, силой духа и разумом. В отличие от того, что мы можем наблюдать сейчас, весь мир подкосило, да, какой-то там маленький, который даже не видно, его даже не видно, вирусик залетел и начал подкашивать там сотни тысяч людей. Даже здесь что-то начало проявляться. Но жителей Плакшадвипы не цепляет этот вирус. И Сута Госвами, он объясняет, говорит о качествах Кали-юги, того времени и места, где мы сейчас оказались. Еще 5000 лет назад он говорит, «Пранайл пай шакса бьям калау сми юге джанага, мандах су манда мата йо мандах бахьях ю падрута». Говорит, Сута Госвами говорит, что люди Кали-юги будут жить очень мало. Их жизнь сокращена, очень короткая жизнь будет. Мандах су манда мата йо, они очень ленивы, вздорны, вспыльчивы. Более того, они введены в заблуждение и всегда пребывают в иллюзии, их умы беспокоены. И это то, что мы видим сейчас, это вот признак Кали-юги. Но по милости Ачарьи, нашего Ачарьи, Шрилы Прабхупады, мы, изучая и соприкасаемся с вечным Бхагаватом, мы можем входить в иные измерения. И наш ум может становиться спокойным, умиротворенным. И жизнь наша может перейти не то, что в область там, дожить до 100 лет. Шрила Прабхупада, он вдохновляет нас на то, чтобы мы не стремились жить 100 лет. Он нас вдохновляет на то, чтобы мы жили вечность, чтобы мы прекратили этот круговорот рождений, старости, болезни и смерти и обрели вечную жизнь. Интересно, как видят святые священные писания, как они воспринимают. И Шрила Прабхупада, он вновь и вновь нам повторяет и говорит о том, что мы должны научиться, стремиться обрести вечную жизнь. Он разбивает в пух и прах ученых, говоря о том, что да, вот ученые только обещают, что они что-то там сделают, продлят нам жизнь и так далее. Но по-настоящему никто не знает и не решает настоящие проблемы. Никто серьезно не относится к настоящим проблемам жизни. А настоящая проблема жизни – это рождение, старость, болезнь и смерть. И Прабхупада сколько раз он об этом повторяет. Удивительно, что для него, для святых, идея того, чтобы обрести вечную жизнь – является бесконечным источником вдохновения для предания себя. Это является сильным источником вдохновения. Иногда преданные спрашивают, где же брать силу вдохновения? А сила вдохновения, она берется от цели. У каждого есть цель. Есть цель. У всех есть цель. Пробу, у вас есть цель? Роман. И можно легко определить, есть цель, либо нет цели, по количеству энергии. Говорится, что нету ленивых людей, мандах суманда матайо, а есть люди без зажигающих целей. Есть люди, у которых нету зажигающих целей. Если у человека появилась цель, то он становится подобный Шриле Прабхупаде. Это признак наличия цели, авьяртха калатвам. Человек, у которого есть настоящая цель, он не будет и мгновение тратить впустую. Он никогда не будет лениться. Он будет всегда исполнен жизни, силы и энергии, как жители Плакшадвипы. Это не говорит о том, что не нужен будет отдых.
Отдых тоже нужен будет физическому телу, но человек, обладающий истинной целью, он никогда не будет лениться в своем сознании, он всегда будет занят служением. Если посмотреть, например, Шрилу Прабхупады, то мы видим, насколько он был активен, да, и даже в возрасте, который сейчас кажется нереальным для людей в этом возрасте что-то подобное сделать. Мы видели, как меня так тронуло это, эти слова Гулананды Прабу на день явления Шрилы Прабхупады, когда он сказал о том, что я сейчас нахожусь в возрасте Шрилы Прабхупады, когда он отправился в Америку. И он говорит, и я задаю себе вопросом, а что я могу сделать сейчас, вот в этом возрасте, что я могу сделать? И я понимаю, что я не могу ничего сделать. Я ничего не могу сделать в этом возрасте существенного, что-то существенного для мира. Он, конечно, преуменьшает свои возможности, потому что я знаю, что он все равно проповедует, и я знаю преданных, которые вдохновлены его примером, его проповедью. И тем не менее, если смотреть масштабом Шрилы Прабхупады, то он в этом контексте говорит, что наши попытки не настолько незначительны и малы. Но нас это все равно не должно останавливать. И каждый преданный, он, его ответственность заключается в том, чтобы делать максимум, сколько он может. Не сравнивать себя с другими, думая о том, что ну вот, конечно же, это же, ну они чистые преданные, или это же старшие преданные, предавшиеся души, они так много могут делать, я столько не могу, поэтому я не буду делать ничего. Нет, важно научиться принимать себя таким, какими мы являемся, и оценивать, принимать тот уровень, который у нас есть, и всегда стремиться делать немножечко больше, натяжечку. Как струна, она будет красиво играть, когда она натянута. Если она сильно расслаблена, то не будет звука, не будет этой жизни. А если перетянута, то что будет? Дынь! И она порвется, да, то есть мы не сможем заниматься долго преданным служением. Поэтому преданные они рекомендуют. Говорят, мы желаем, чтобы вся ваша жизнь была подобна марафону. Марафон, он отличается от коротких спринтов тем, что он растянут во времени. И важно построить свою жизнь таким образом, чтобы мы смогли прожить жизнь активно в преданном служении, никогда не ленились. И этой интенсивности нам хватило на всю жизнь. Тиврена Бхакти Йогина. Бхакти следует совершать настроение таком тиврена, то есть интенсивно. Гай Гора Чандра Кида, Джаганан Бадеев Субхады Деви Кида. Почему это так важно? Нам важно просто наполнить свое сознание новыми самскарами. Кришна говорит в Бхагавадгите, куда же идет душа после смерти? Он говорит, в зависимости от того, в каком настроении, в каком состоянии бытия будет находиться сознание в момент смерти, того состояния, такую жизнь живое существо и получит. А как мы обретаем, из чего состоит сознание в момент смерти? Оно состоит из самых важных моментов нашей жизни. Из суммы самых важных моментов нашей жизни, самых ярких, она проявляется в момент смерти. Куда мы вкладываем свое сердце? Где наше сердце находится? И сердце обычных людей находится в поисках и в стремлении к чувственным наслаждениям. И многие из нас, они также имели этот опыт стремления и поиски чувственных наслаждений. И мы туда отдавали все свое сердце и свое сознание, мы погружались сюда. Это такая была медитация непрестанная.
Вот вспомните, как сильно мы желали ту или иную материальную вещь или какое-то материальное событие, как сильно мы хотели куда-то поехать. Иногда и сейчас люди, они продолжают годами иногда работать, чтобы на недельку вырваться куда-то, поехать в отпуск. И это непрестанная такая медитация. Утром человек просыпается, и он вспоминает: о нет, опять на работу идти, только не это. Но ему нужна же мотивация какая-то, да? И он вспоминает, а ради чего? И он думает, вот ради отпуска этого, ради недели. Или ради того, чтобы что-то подарить любимому человеку, и он меня поласкал. Ну, какие-то он вспоминает, какие-то мотивирующие. Или там ради детей, ради семьи. То есть человек не может действовать, ну, просто так, бездумно. То есть у него какая-то мотивация есть, должна быть. И это медитация. То есть это, можно это назвать медитацией, да. Или этот опыт людей, которые имели такое погружение в компьютерные игры, или погружение в телевидение, особенно когда в 90-х телевизоры начали распространяться, и все, это же гуру каждой семьи, алтарь, он заменил алтарь, да, и вся семья собиралась и смотрели, и это было такое самадхи. Сколько раз можно было это наблюдать, когда мы подходим к человеку, который смотрит телевизор или играет в компьютерные игры, и мы начинаем ему что-то говорить рядом, и он не слышит. Представляете, что будет происходить с нами, когда мы будем так повторять святые имена, что мы не будем замечать звуки, которые вокруг нас. Это цель, да? И это можно назвать, это практически самадхи, но не то самадхи, да? То есть это концентрация на материальном. И нам важно научиться получать опыт духовный в преданном служении, когда мы с такой же интенсивностью, с таким же погружением в свое сознание можем оказываться в среде служения, в духе служения. Когда мы не замечаем волн материальных наслаждений. Шрила Прабхупада говорит, что именно так определяется духовный уровень. Он говорит, то, насколько вы стремитесь к чувственным наслаждениям, и самым ярким чувственным наслаждением является сексуальное наслаждение. Если вы видите, что вас это не интересует, значит, это говорит о вашем духовном продвижении. И Бхагаватам описывает множество разных, очень красивых и ярких примеров нам того, насколько бесполезно и глупо стремиться к чувственным наслаждениям, которые могут выражаться в разных аспектах. Есть пример, яркий пример царя Читракету, который стремился и видел счастье свое в том, чтобы у него был достойный потомок, которому он сможет передать все свое царство, свое правление. Но волею судьбы он не мог иметь детей, мальчиков, по крайней мере. И у него появилось уже 100 жен, и никто ему не мог дать мальчика. И там была совершена определенная ягья, пришли мудрецы, он с мудрецом, с Нарадой начал общаться, начал просить благословения у святой личности. И Нарада Муни говорит, тебе не положено испытывать счастье от того, чтобы от взаимоотношений со своим ребенком, с мальчиком. Он говорит, очень хочу, очень сильно хочу. И вот живые существа, люди тоже говорят, им, они слышат, поклоняйся Богу, начни служить, поставь в центр своей жизни Бога, начни серьезно относиться к служению, к своим обязанностям. Ну, очень хочу, сильно привязан к кино, к театру, к каким-то еще наслаждением. Хочу денег научиться зарабатывать, много денег хочу. Хочу реализовать, понять, что
деньги счастья не приносят. Как я это пойму, если не начну зарабатывать? И так Нарада Муни говорит тоже Читракету, говорит, да ну не будет тебе счастья. Очень хочу, пожалуйста, благослови, благослови на сына. И Нарада Муни говорит, ну хорошо, ты можешь иметь сына, у тебя будет сын. Но с одним как бы будет одно условие. Его имя будет Харшишока. Шока – это шок, это страдание. Харши – счастье. То есть будет тебе счастье, но это счастье очень скоро перейдет в шок, в сильный шок, в сильный стресс, в сильное страдание. Ничего не слышит. Человек, который опьянен стремлением к материальным наслаждениям, он не слышит. Он говорит, все равно, как говорится, любовь зла, полюбишь и козла. Да, когда человек влюбляется, ну это на самом деле это не любовь, вот это вожделение, когда накрывает человека, ему все говорят, да ты посмотри на него, ну как ты, он же гуляк, он гуляет, он развратник, он либо еще что-то там, он тебя бросит, смотри, он ничего не слышит. Или наоборот, там парень влюбляется в девушку, и он тоже не слышит ничего. И так тоже Читракету, он не услышал наставления мудреца. Он говорит, все равно, хорошо шока, так как угодно, пусть шока даже. Просто шока. Ну, так или иначе, в общем, у Читракету появляется сын, и все, это фестиваль, праздник на все царство. Раздаются там огромные бочки хмельных напитков, или напитков, там йогуртов, всего там, сласти, всего там. Коровы раздаются, праздник на все царство. И царь испытывает в этот момент пик своего материального счастья, который он мог испытывать когда-либо. Но вместе с этим он начинает больше удивлять внимание матери, старшей жены, Харшишоки. Но есть же еще другие 99 жен. Материальная природа, она не может оставить в покое того, кто не предался Кришне. И это чувство зависти, оно неизбежно будет присутствовать в сердце каждого, кто не предается в служении, не предается Кришне. И жены начали завидовать, и в результате произошла трагедия. Однажды утром мальчика нашли с закатанными глазами в своей постельке. Он был еще маленьким, там сколько там, он был, он юношества даже, возраста юношества не достиг. И когда сообщили об этом царю, он сначала не поверил, но когда все-таки донесли до него эту весть, он начал это осознавать, осмысливать. Он не мог дойти и до тела ребенка, он падал без сознания. Он испытал стресс, которому равных не было в его жизни. И это был такой пик, взлет. Сначала у него был пик счастья, этого вдохновения, воодушевления. Наконец-то. И потом следующим шагом это страдание, ужасная боль. Это не физическая боль, это ментальная боль. Она намного сильнее приносит беспокойство и страдания, чем любая физическая боль. И это был шок, это просто все, конец смерти. То есть, когда человек направляет свои чувства и привязывает их к каким-то материальным вещам, к материальным отношениям, к материальным предметам, то это неизбежно будет приносить страдания, неизбежно. Поэтому настоящие мудрецы, говорится, они очень аккуратны с любыми видами наслаждения, которые приходят из спарши, соприкосновения чувств с объектами восприятия. Мудрецы, они как бы они чувствуют, ага, вот это вот счастье, оно приходит от извне ко мне пришло. Мудрецы, они как они реагируют? Они не превращаются в мертвых камней. Они испытывают это счастье, но они не привязываются к этому виду счастья. Он говорит, ну есть хорошо, не будет, ну тоже хорошо. Потому что это природа этого мира. Матрас прошасту кантаешу точно, сука, дука, да, к счастье, горе, все здесь вот это постоянно изменчиво. И шастры, они нам показывают, они вскрывают эту иллюзию того, что можно найти какое-то стабильное положение в мире, в материальном мире, с материальным сознанием.
Он скрывает, и Он нам показывает за счет того, что мы можем просто сесть и за 15 минут обсудить жизни, или даже несколько жизней, вот реальной жизни, и применить к себе это. И мы видим, царь Читракету, он, мы увидели, как он испытал это высшее счастье материальное, ну, в его ситуации. И как тут же приходит страдание. И это неизбежно. И вопрос только времени. Если мы сейчас испытываем какое-то материальное наслаждение и счастье, это просто вопрос времени, когда это закончится. А это закончится, ну, неизбежно. Чаще всего это заканчивается еще до прихода смерти. Но даже если такое есть благочестие у нас, что мы способны оставить это, там, высокое положение, красоту, здоровье, хорошее отношение с окружающими людьми, если мы способны это сохранить до конца жизни, то все равно в момент смерти нам придется расставаться с этим. У катафалки нет прицепа. Голыми пришли, голыми уйдем отсюда. И поэтому вот Шрила Прабхупада, он опять же, он нас вдохновлял не на то, чтобы мы жили долго. Но как и Бхагава там говорит, какой толк жить там тысячи лет подобно дереву? Лучше прожить одно мгновение, но в полном осознании абсолютной истины. Поэтому в этом суть наших устремлений. Не стремиться к долгой растянутой жизни, пытаясь извлекать какие-то капли, просто крохи чувственных наслаждений, но жить сейчас, здесь, уже, но в полном осознании, с памятованием о том, что я частичка Кришны, я вечная частичка Кришны. И предназначение частички целого – это синхронизировать свои действия, свои желания, свою жизнь, свои устремления с полным целым. И мы узнаем из священных писаний, в чем же цель. Свайпам сапара дарма йото бхактиратхокраш. Хайтуке апритихата яятма супрасидати. Что нам дает полное удовлетворение? Хайтуке апритихата. Бескорыстное, непрерывное, преданное служение. И каждый преданный, он выбирает свою дистанцию и свою скорость приближения к Кришне, достижения этого состояния. В центре Кришна, в центре их светлости Нитай Гора Чандра, Джаганнат Баладев Супадра, которые нуждаются в интенсивном преданном служении. То есть поэтому вокруг них мы можем видеть преданных, которые очень интенсивно служат им каждый день, с непрестанной медитацией, того, как улучшать только свое служение. Но кто-то не способен так интенсивно, и он выбирает дистанцию немножечко дальше. Ну, тоже неплохо занимается служением, тоже так хорошо выкладывается. А кому-то нужно еще чуть меньше близости, еще чуть дальше становится. И идея так в том, что к концу жизни мы должны приближаться ближе и ближе к Кришне, к интенсивному служению, и в конечном счете мы сказали: Кришна, я твой, все, займи меня так, как ты этого желаешь. И тогда человек достигает такой Бхагаватам, дорогие вайшнавы. Есть вопросы, дополнения? Дополнения, да? Следует законам нашим. Не
этот аппарат зашкваливает. Ну и такие люди, или что сначала, и такие люди, если заходят попадают туда, на эту Плакшадвипу, как это, не могут, они должны здесь, наверное, находиться до тех пор, пока у них станет все нормально. Хотя он говорит, им так не заметишь человека в этом. А через аппарат видно хорошо, какими он качествами обладает. А так, вроде нормальный мужик, все нормально, все. Вот, оказывается, я только сейчас узнал, что в 70-е годы уже люди практиковали это наблюдение за растениями. Вот. Но если сейчас нам с этими качествами попасть туда, как это? Вопрос. Мы попадаем? Ответ. Ответ. Наша виза, либо билет на какую-либо другую планету, на Вселенной или даже духовный мир, определяется нашими качествами. Если есть качество, значит, есть билет. Не попадем мы туда, где... где более высокий уровень сознания. Если у нас сознание животного, если у нас сознание животного, то нас не изберут судьей у людей. Точно так же мы не попадем на Плакшадвипу, если у нас будет сознание более низкого порядка. Ну, нам и не надо стремиться на Плакшадвипу. Мы не стремимся развить сознание жителей Плакшадвипы. Мы стремимся развить сознание жителей духовного мира, которые стремятся к тому, чтобы порадовать, удовлетворить Кришну, служа Ему, служа Его семье. Вот что мы пытаемся развивать в себе. Это настроение Ачюта-готры, семьи Кришны. Есть Кришна, есть его семья, есть те, кто уже вспомнил, что они являются семьей Кришны. Мы здесь не сами по себе. И чем больше мы хотим построить свою жизнь отдельную от семьи Кришны, тем больше мы отдаляемся от него, тем больше мы отдаляемся от стремления нашего сердца, от стремления души. Чем больше мы хотим стать частью семьи Кришны, тем ближе мы приближаемся к нашему естественному состоянию, состоянию сознания духовного мира. И в семье есть разные члены семьи, да, есть дети, есть взрослые, есть отец, там, и так далее. У каждого из них есть свои обязанности, свои отношения друг с другом. И у каждого есть свое место, своя роль. Но настроение везде, в каждой роли одинаковое. Это настроение служения. Это настроение того, чтобы принести радость Кришне и его семье. Обладая этим сознанием, это и будет являться нашим билетом на высшие планеты духовного мира. Харе Кришна. Приятного вам путешествия, дорогие преданные. Нет, еще не получили визу. Ну, может быть, вы, возможно, получили.
можем деградировать, можем спрогрессировать везде, где бы мы ни находились. Гранта Раджи Мадбхагаватам, ки джай Шрила Прабхупада, ки джай.